каждый день охраняют покой и порядок, борются с нарушителями и преступниками. А сегодня особо отличившихся награждают за службу. Такие гарнизонные смотры проводят традиционно раз в несколько месяцев. Но сегодня особый случай. В преддверии профессионального праздника на Соборной площади Владимира собрали более 100 сотрудников органов внутренних дел региона. Егор Мамлин – полицейский кинолог из Коврова. На службе уже 7 лет. Сегодня получил благодарность министра внутренних дел страны. Первая задача, конечно, как и у всех, это охрана порядка. Уже последующая – это работа с собаками. А именно я работаю по профилю обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. За что вам вручили благодарность? За командировку в город Нижний Новгород на проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Осматривал я автотранспорт на постах ГАИ при въезде в город. 22 сотрудникам полиции вручили благодарности и грамоты от министерства, а также медали за доблесть и отличную службу. В числе награжденных сотрудники патрульно-постовых служб, госавтоинспекции, участковые. С наступающим праздником участников смотра поздравили областные чиновники и представители ЗАГС Собрания области. В этот день мы вас благодарим за ваш профессиональный труд, преданность служебному долгу. Особо хотелось бы отметить, что в этом году вы решали такие важнейшие государственные задачи по защите общественного порядка, связанные с проведением выборов президента Российской Федерации, выборов губернатора и депутатов законодательного собрания Владимирской области и охрана правопорядка при проведении чемпионата мира по футболу. К слову, в последние несколько лет в нашей области наблюдается снижение преступности, а это в том числе заслуга сотрудников полиции. Однако у каждого региона свои болевые точки. Хотелось бы поблагодарить весь состав УВД и территориальных органов внутренних дел за добросовестное выполнение своих обязанностей. Приоритетные направления, это еще раз я говорю, тяжкие, особо тяжкие по линии уголовного розыска, незаконный оборот наркотиков, экономика – это коррупция и незаконное расходование бюджетных средств. Поэтому есть над чем работать. В завершении смотра все участники строем прошли по Соборной площади, а затем снова вернулись к службе. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.